учился в народе, в отдельном парке. Но там бабушки, дедушки собираются и пляшут, поют, как в деревне. Матушка, не хочешь хлебца, нятушка, не хочешь кислого кваску разогнать мою тоску. Эй, ух ты, ах ты, все мы космонавты. Ты, Гагарин, я Титов, будь готов, всегда готов. Будь готов, всегда готов. Разрешите плясать, разрешите тонуть. Неужели в вашем доме половицу лоб? Так, ну вот, позавчера мы приехали из Петрограда, как называется, Петербург. А ты был уже, да? Да, вот мы позавчера вернулись, да, из Петербурга, где проходил концерт, посвященный памяти Геннадия Дмитриевича Заволокина. Нас приглашали туда участвовать в этом концерте. И я познакомился там с ленинградскими гармонистами. Очень прекрасные ребята, хорошие. Двое сегодня приехали из Петербурга, приехали к нам в гости. Игорь Шипков, это гармонист. Второй золотой десятки Геннадия Заволокина. Кто смотрел эту передачу, золотые десятки, их всего 4 было, вот за свою жизнь он сделал. Да, да, мы просто встречались в Петербурге, да, на международной ярмарке, международная ярмарка, российский фермер ежегодно проходит в августе месяце. Пожалуйста, лауреат международного фестиваля. Кто? Игорь. А это я уже 16 лет всего. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, в первую очередь, вам большой привет из Санкт-Петербурга. Вот сегодня такой праздник. У нас в Петербурге тоже есть такой театр. Называется «Родом из блокады». Просили всем блокадникам, если здесь тоже есть, передать большой привет. Ну и всем вам тоже. И поздравить вас с праздником, пожелать вам удачи, успехов. День победы! День победы! День победы!
пастырь, раздавались мы все, босиком поминаться в красе. Пол Европы отходали, пол земли, это деньги не влезали, как могли. Этот день Ну а что надо для того, чтобы душа развернулась? Конечно же, взять в руки баян и виртуозно поразить всех окружающих звуками музыки и словами песен. Я деревня, я село, наше поле заросло. Мы уже привыкли к тому, что молодые люди из всех музыкальных инструментов предпочитают гитару, под которую поют либо песни собственного сочинения, либо что-нибудь из хитов отечественного или зарубежного рока. Однако бывают среди них и исключения. Поэтому я и ценю, что вот почему вот он играет не на гитаре, там не рок-музыку, а вот к народным инструментам больше тянется. Потому что мне нравится, я в этом воспитался. Я думаю, что молодежь, не вся, конечно, но вот некоторым это тоже нравится. А им интересно, что же, кроме ихней музыки, какая есть еще музыка. Когда-то давно пришел мальчик Игорь в удельный парк. Там-то он и услышал, как играют настоящие гармонисты. И с тех пор на всю жизнь заболел народными инструментами. Он играет на балалайке, баяне, аккордеоне, но все же сердце его отдано гармонии. Это редкий инструмент, и вот классика, вот если не то, что она звучит одно дело из, по магнитофону там, или по телевизору, или по радио, а другое дело, что вот здесь, вот, живое, вот прямо из инструмента это все исходит. Какое-то тепло от этого получаю. Игорь входит в золотую десятку гармонистов России, хотя ему всего 17 лет. А еще он учится в колледже культуры и искусства и мечтает стать настоящим артистом, музыкантом и, может быть, даже композитором. Я село, нашу крышу повело. Эх, досада, а я злость, все стремилось, расползло. Мне просто понравилось, я случайно, я не ожидал. Вот, видимо, я такой был человек, что вот это для меня вот было создано. И вот мне вот идти по этому пути. А для молодых что хочется пожелать, чтобы они помнили народные песни, не забывали их. Вот. Но если захотят, все у них получится. Потому что мы подводим к концу наш сегодняшний концерт. Thank you.
8-800-200-4428. Пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. Игорь Шипков, гармонист, артист театра, родом из Блакадова, сегодня в гостях. Дело в том, что 22 декабря, буквально послезавтра или послепослезавтра, в воскресенье, в Дворце культуры «Гавань», то, что на Васильевском острове, будет открыт клуб «Играй и пой гармонь». Или, как сказал мне Игорь, это будет называться «Клуб любителей русской песни». Правильно, Игорь? Да. Правильно? Добрый клуб день. Клуб любителей русской народной музыки, русской песни. Все, кто любит гармонь, любит петь частушки, плясать. Пускай он объединяет и баян, и гармонь, и балалайку, и все народное творчество, потому что его сейчас в городе мало, знаете, и хочется как-то поддержать его. Давайте с песни начнем, а потом побеседуем. Шел я полем, шел горой, держал гармошку под полой. Шел я, песни напевал, милашке голос подавал. Тырна, на-на, тырна, на, тырна, тырна, на-на, тырна, на. Тырна, на-на, тырна, на, тырна, тырна, на-на, тырна, на. Через тучу тученьку подай, милашка, рученьку. Через темненький лесок подай, милашка, голосок. Тырна, на-на, тырна, на, тырна, тырна, на-на, тырна, на. Тырна, на-на, тырна, на, тырна, тырна, на-на, тырна, на. Браво. Игорь, 17 лет вам только, да? Да. И, в общем, юноши в вашем возрасте увлекаются совершенно другой музыкой. Гитара. Скажем так, большинство. Гитара, ударная, хард, ну что-то там, такое. Да я не хочу хип-хоп перечислять. Но ну, мне, вы знаете, гармонь понравилась еще с детства. Как, когда это все началось? На ОРТ в свое время было? Да нет, еще до ОРТ, я вам скажу, в 94-м, по-моему, году, попал я случайно в удельный парк. Пришел так, ну там бабушки, дедушки собираются, веселятся. Ну поначалу так, может, не понравилось, а потом вот ихняя душа, вот ихнее тепло, вот деревенское такое искусство настолько привлекло, тем более мне прабабушка Анна Ниловна, она в Евпатории живет, купила гармошку еще в 6 лет. Ну я так ее забросил, а в удельный пришел, ну-ка дай-ка попробую так там пык-мык, о. Что-то уже потихоньку там началось получаться, гармонисты мне показали. Вот, а потом уже это самое постепенно пригласил меня Юрий Евгеньевич Бойко, кандидат искусствоведения. Он работает в Российском институте истории искусств России. Он меня пригласил в ансамбль «Лучинушка», Наталья Ваченко руководит. Вы уже умели играть, да? Да. То есть самоучка фактически? Ну да, учился в народе у сельских гармонистов, которые собираются каждые выходные в удельном парке. И как-то вот есть ночной клуб, а это клуб такой, где собираются люди, которым охота попеть и песни, частушки, поплясать. И вот предложили там, давай клуб организуем, вот будь нашим руководителем, ты такой энергичный, молодой, талантливый. Ну что, давайте, вот выступаем с ними, вот ездим на куда вот пригласят, с частушечниками. Ансамбль «Деревенька» уже с ними сделали. Мне помогает санкт-петербургский соловей Юрий Захаров. Он обвешан трещотками, на бересте свистит. Так красиво и с гармошкой это получается. Вот, и на радио с ним выступали. С ансамблем «Лучинушка» мы в БКЗ «Октябрьском» выступали даже. Вообще лучшие площадки место. Города вы да. уже прошли, да? Вот это ваш... В Словакию ездили. Но в основном на больших площадках я попал благодаря открытому общественному театру родом из Блокады. Я и благодарен Людмиле Ивановне Демидовой, директору театра, и Макару Леониду Чалпатову, художественному руководителю, за то, что гармонь впервые, я думаю, прозвучала и в Большом зале филармонии, и в Малом зале филармонии. И в доме актер. Да где только она, вот, благодаря театру родом из Блокады, да, где только не она. Я обязательно должна сказать, что Игорь Шипков входит в десятку золотых гармонистов России, между да. прочим. Геннадий Дмитриевич Заволокин да. ее сделал. А как десятку. Вы с ним встретились, царство небесное? А мы на ярмарке, да. Я здесь, посвящу, на фермере, я да? Я еще посвящу песню сегодня обязательно. Но хочу сказать, что на ярмарку «Российский фермер» я пришел.
Мне сказали, вот будет Заволокин, такие слухи пошли, дай-ка, думаю, схожу. Иду по ярмарке, вижу, трактор едет, на нем Заволокин. Я подбегаю так, за трактором бегу, Геннадий Дмитриевич, а я тоже на гармошке умею играть. Он говорит, ладно, подожди, сейчас я играю с тобой, разберемся. Отошли в кусты, ну-ка давай, что ты там умеешь. Меня прослушал, и тут же, ладно, сегодня вот это мне сыграй, и тут же меня в концерт. А на следующий год приезжает, и в десятку включил золотую. Его жена, Светлана Дмитриевна, мне говорит, ты смотри, сам держись с ним, он тебя, глядишь, в десятку золотую включится. Вместе с гармонистами, которых он привез. То есть в этот же день произошло включение в золотую? Он привез первую десятку, а вторую он в Санкт-Петербурге. Туда вошли Геннадий Старшов, Петр Лонский, Александр Крыбаков, он из Саратовской. Он профессиональный гармонист, баянист, он играет в оркестре Попова. Вот, так я попал в золотую десятку. И на ОРТ показали. Вот в Иваново в этом году Анастасия Заволокина приезжала на всероссийский фестиваль «Играй гармонь» в городе Иваново. Там мне дали диплом такой, дипломант всероссийского фестиваля, синий диплом. Вот и показали недавно, то ли в те или позапрошлые выходные по ОРТ с Иваново вот, фестиваль. Игорь Шевков, Санкт-Петербург. Как вы пожелаете? Я, честушки, вам спою, где если пожелаете. Я не ваше наседание, ваше население сада, не по вашему спою, прошу извиниться. Бабушка и книга стали мой.
Чем занимаешься? На какой улице живешь? Девчата, есть сюда, ребята? Можете это зафиксировать. Скажите, пожалуйста, сейчас я являюсь артистом театра родом из блокады, если вы знаете. Вам большой привет, соотечественный театр. И делайте, за что я звонил лауреатам стране Санкт-Петербурга. Сколько раз участвовал в вашей передаче «Играй гармонь»? Два раза, 98-99 год. Вот я так, с вами со стажем. Ваш брат приехал на Яков, я выбираю. Геннадий Дмитриевич, а я тоже на гармошке играю. Он говорит, подожди, с тобой разберемся. А потом буквально дошли, просто у меня прослушали, это он играл, что ли? Он говорит, все, концерт тебя оставили. Браво, Игорь! Игорь Шепков! Об уникальном клубе в отдельном парке, где собираются пожилые петербуржцы, чтобы петь и танцевать. Обычно такие встречи на зимнее время прерывались. Теперь же они будут чаще. Клуб по интересам получил крышу над головой. Концерт по случаю переезда клуба в актовый зал довольно быстро стал гулянием. Завсегдатые парка на Пионерской не привыкли сидеть на местах, когда звучит их любимая музыка. Они уверены, что пляски под гармонь с частушками – самая лучшая в мире тусовка. Многие из тех, кто сегодня пришел в ДК «Гавань», познакомились на танцплощадке в Удельном парке лет 30 назад. И до сих пор для сотен пожилых горожан он остается единственным постоянным развлекательным центром, где всегда аншлаг, а за вход не берут деньги. Если бы вдруг закрыли вот эту вот площадку, не пускали бы вас туда, для вас это было бы что? Для нас это было ужасно, потому что мы находим отдых и весь досуг мы проводим только в своем парке. Каждую субботу и каждое воскресенье мы ждем этого досуга. Это наша отдушина, мы туда ходим с удовольствием. И не зря называется еще парк любви. Люди там встречаются, знакомятся, потом, как бы, вот видите, женятся. Да. Мы познакомились там, мы находим там очень-очень много интересного. Он играет, я пою. Так что сегодняшнюю радость этих людей легко понять. Теперь каждую неделю они будут встречаться не на морозе, а в теплом зале. Прекрасная возможность на время забыть, что потом все равно придется бежать за пенсией, искать продукты подешевле. Но это все завтра, а пока полная свобода действий. Этому можно посвятить стихи. До сих пор я пляшу под гармошку солому, в парк удельный спешу, в день воскресный из дома. И отколь брала сила, словно ветром по кругу, меня в пляске носило. А в клубе Борис Минович знаменитость, друзья, поэт. Всегда улыбается. Впрочем, здесь так принято. О судьбе своего клуба далеко не юные тусовщики не волнуются. Говорят, он будет всегда. Он ведь держится не на бизнесменах или чиновниках, а просто на людях, которые хотят оставаться молодыми. Ольга Тангоногова, Денис. Борис Минович сочинил специально стихотворение. Вот, микрофон. Играй и пой гармонь. Клуб наш называется. Друзья, для вас сегодня он впервые открывается. Мы будем петь в нем и плясать, и славить русскую гармошку. Друзья, мы очень просим вас не забывать наш клуб дорожку. Для вас будет Ашрая и две подружки, тоже очень хороши. Вам споют сейчас частушки, посмеетесь от души. Санкт-Петербургский соловей, Захаров, Юрий, с нами вместе пленил он свой игрой своей на простой бересте. И вам сыграют на гармошке, он сыграет вам во как! Наш любимец Горюшка, он на ней играть мастак. Глобальное домашнее телевидение Виноградова Геннадия начинает свою работу. Мы покажем вам сегодня демонстрационную пленку о трех творческих людях.
и так смотрим. Это группа «Экипаж НЛО» в составе Анастасии Клементьевой, стюардесса, и пилота Геннадия Виноградова. О них сегодня будет речь. А это Игорь Шипков, золотой гармонист Заволокинской первой десятки. В 14 лет он получил это звание. В первой десятке золотой гармонист. Сегодня ему 20 лет. Игорь на взлете, на восходе своей творческой биографии. Он также участвует и в наших проектах экипажа, группы «Экипаж НЛО». А мы также участвуем в его проектах, в театре родом из блокады, на радиовыступлениях, вот эфир «Город и горожане», а также в его ансамбле «Деревенька». Вы сейчас все это услышите. Это репетиция. Итак, начинаем мы с Игоря Шипкова. Покажи, Игорь, кое-что из своего творчества. Опа! Как ты вкусно, ну так есть. А музыку слышно, хорошо? А как же? Веселей! Асса! Асса! Опа! Опа! Оп, оп, оп! Жги! Как всегда я занят многими проблемами. Громче! И о любви мечтать сегодня нету времени. А на заре. Не надо там, там нормально. Давным-давно. Ах, привет, ты стерва. И сказала, да меня и все равно. Я только забытый ненастный парень. Вспоминаю, девчонка, тебя. И от первой любви до последней любви вспоминаю я песни, слова. Алло, о, все девчонки и мальчишки ждут, когда к ним придет любовь, они счастье свое обретут и любовь свою дадут. Все девчонки и мальчишки ждут, когда к ним придет любовь, любимый, они счастье свое обретут и любовь свою найдут. Обязательно найдут. Что за дела? Все надоело. Но я не злюсь, ушел трамвай, и я за ней бежать не тороплюсь. Ну где же ты, любовь, все бродишь в стороне? Ты помогай всем, вот помоги мне. И я той позабытой ненастной поры вспоминаю, девчонка, тебя. И от первой любви до последней любви вспоминаю я песни, слова. Все девчонки и мальчишки ждут, когда к ним придет любовь, они счастье свое обретут и любовь свою найдут. Все девчонки и мальчишки ждут, когда к ним придет любовь, они счастье свое обретут и любовь свою найдут. Найдут любовь! Ламбаду! Так, Маша, Марина. Какая ламбада? Лиза, Наташа, Настя. Какая ламбада? Таня, Марина, Алина, Вера, Таня, Наташа. Нет, не пойдет, заебалом. Маша, Марина, Наташа, Вера, Таня, Лиза, Таша, Маша. Ой, ламбада, я не могу. Заблудился. Сколько их там? Нет, любовь. 8 марта. Счастье свое обретут. И любовь свою найду. Опа! На-н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 а
Вот.
А чего ж не веселиться нам? Ведь я пою вам про любовь. Ребята ждут красивых девочек. Красивых дам. Девчонки любят пацанов. Все девчонки. Если погодка была, вышел на улицу я, и под окном расцвела бы красная черешня моя. Поначалу они понимали, я был такой. Но не любили, учителя любили гармонь. И на застолье приглашали, на свадьбы, вот, пели, писали. А сверстники как-то вот... В современном стиле много кто работает, много таких исполнителей. А вот в народном, это русская наша традиция, которую нельзя забывать. Именно вот в ней я работаю. Выйду я ранним утром, стоит черешня под окном, цветы покрыты перламутром, грозди светятся серебром. Ансамбль «Деревенька» отплясывает, будто они не дебютанты, а как минимум заслуженные артисты. По домам культуры, клубам, а то и просто по домам их собирал Игорь Шипков. Гармонист, певец и большой энтузиаст. Он говорит, что в искусстве вокала с успехом смог бы подменить Баскова и даже самого Лемишева. И вообще в мире музыки он свой человек. Даже день рождения справляет в один день с Иоганном Себастьяном Бахом. 31 марта. Гармошка все-таки не пустой звук. Я вот могу сейчас частушку сыграть, а могу и Баха. Вот прямо. Хотите вот, смотрите. Но самый авторитетный человек для Игоря – Геннадий Заволокин, знаменитый частушечник. Они познакомились несколько лет назад на телевизионном конкурсе «Играй гармонь», где Игорь стал дипломантом и вошел в золотую десятку гармонистов России. Пошли плясать, дому нечего кусать, сухари до корки, она как опорки. Игорь мечтает продолжить дело Заволокина, искать таланты по городам и весям и снимать телепередачи. Есть артисты, которые сидят дома, столько знают и столько чего сидеть. Надо брать гармошку в руку, идти в народ, идти в массу, пропагандировать. Могу даже вас взять, если вы частушки знаете, поете, приходите к нам, вас научат народ, точно? Да. Пока костюмы артисты шьют сами и играют на своих инструментах. Но за единственный концерт они уже превратились в звезд для сотни жителей Васильевского острова. Теперь предстоит сделать еще одно важное дело. Своим обаянием покорить не только почтенную публику, но и меценатов. Ольга Бусыгина, Сергей Эйслер и Сергей Ларичев. Вы знаете, какие от них идут флюиды? Сколько тепла. Им это надо. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и верши. В трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Сколько ты, Игорёш, лет уже в «Играй гармонии»? С 98-го года. Тебе сколько тогда было? 13. А сейчас? 21. Ну, а говорят, ты песни сейчас уже пишешь сам. Да. Так сказать, растешь, да, творчество? Конечно, конечно. Стихи. Одну покажешь? Да. Какую? Посвящение гармонии. Так называется? Да. Ой, от питерского гармониста Игоря Шипкова! Подарок на Новый год! Гармонь научила нас песней дружить, а песня нам может поведать о многом. Гармонь помогает нам жить и любить. Гармонь помогает не сбиться с дороги. Я так хочу, чтоб гармонии играли, чтоб не умолкли они никогда, чтоб переливы всем рассказали, радость на сердце моем или беда.
радость на сердце моем или вина. Пусть годы, как птицы, пускай уносятся вдаль, вдаль, вдаль. На звуки гармоний спешить станут люди. Буду спешить. Душу согреем, развеем печаль. Гармонь не умолкнет. Такого не будет. Я так хочу, чтоб гармонии играли, чтоб не умолкли они никогда, чтоб переливы всем рассказали, радость на сердце моем или беда. Вот пройдешь по улице с гармонией, и будут выходить тебе навстречу односельчане. Ведь здесь, в Кургалово, где прошло детство Игоря Шипкова, его знали в каждом дворе. Давно не был в деревне. Хочется пообщаться с жителями, земляками, поделиться опытом. У них побольше, самое главное, взять. Высокой, давно не кошенной травой зарос и родной двор. Только яблони, посаженные дедом Дмитрием Ефимовичем Шипковым, напоминают о том, какой ухоженный и красивый здесь был когда-то сад. Песню невеселую, что душу я сельский, все же дом на зло. Если вы не скажете, дай-ка ту, которую сяду я в трактор и укачу село. Ах ты, сельский парень, сядь-ка на заваленку, раскинь мешка на кнопочки за троль. Как Игорь уехал, нечего, когда он был, здесь было всегда на заваленке, и песни у него. Писали: «Буди, наш народ мало того, что он стоит на коленях, так он еще и спит». И он нас сначала поднять с колена, потом уже и разбудить. Я думаю, что вот музыка нас объединит, поможет, потому что гармония – это инструмент, о нем думают, так что это вот пустые там клавиши, пустые звуки. А еще сам Заволокин говорил, что одно ты дело сыграл так, а что за этой музыкой стоит. Нечастые гости концертные. Весны творенье, яблони в цвету, любви дружение, радости свои мы дарили, с ними о любви мы говорили, было и прошло. Твердит мне время, но ему на зло тебе я верю. Верю, майский день, от яблони белый, я в молодым в твоем саду. Яблони в цвету, зимою снятся яблони в цвету, за мною мчатся вновь издалека, плывут видения белые снега, цветов и весенних было и прошло. Твердит мне время, моему на зло тебе я верю. Верю, майский день от яблони белых.
яблок молодых в твоем саду. Яблони в цвету, какое чудо, яблони в цвету, я не забуду, только дни считать не стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Вердит мне время, но и мосту всем вам я верю. Верю в майский день, от яблони белых, яблони молодых в твоем саду, в твоем саду. Любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство яркой нежной любви. А цвет уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. А пусть ваш сад вас давно уж нет, я брожу один, весь измученный и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. А цвет уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Но любовь все живет в моем сердце. Небывалые, цветут ли цветы за
глаза. Время путли мечты эту песню в Кремле и на Таганке, в стенах филармонии рыдала тальянка, в стенах Маринки слегка облажался, но спеть про тальянку для вас я старался. Некуда ли мечты небывалые, цветы запоздалые, все так же знает тальянка. В Париже она чужестранка, прихотливые мечты небывалые, цветы запоздалые. На Васильевском она чужестранка, все так же знает тальянка, в Париже она чужестранка. Сегодня мой голос и моя душа звучат только для вас. Спасибо моим родителям, что произвели меня миру. Что выучил припев, можно подпевать. Поехали! Прикутали мечты, прикутали цветы за поставы. Все так же рыдает тальянка, в Париже она чужестранка. И на своей на загородной вилле он укрывался, чтоб не подловили, и помирал от скуки и тоски. А то ж бывало встретят у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пиджаки. Выйду ночью в поле с конем, по траве росистой пойдем. Мы пойдем с конем, по полю пойдем. Мы пойдем с конем, по полю пойдем. Мы пойдем с конем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, никого вокруг не видать, только мы с конем.
конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, и бабулю меня по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Где рождает поле зарю, солнце алый цвет, ты брусничница, то ли есть то место, где нет. Солнце алый цвет, да брусничный цвет, то ли есть то место. Васильки, дальних деревень огоньки, золотая рожь, ты кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Концертной программой «Для русского сердца пою» на прошедшей неделе во Дворце культуры «Шахтер» выступил дипломант Всероссийского фестиваля «Играй гармонь» Игорь Шипков. 10 лет назад основатель фестиваля Геннадий Заволокин, очарованный юным дарованием, включил 14-летнего Игоря в золотую десятку гармонистов России. Нелидово стал конечным пунктом двухмесячных гастролей талантливого музыканта по Псковской и Тверской областям. Даже не хобби, это же профессия. С детства увлекался. Пел частушки в отдельном парке у нас в Петербурге есть. В Москве Измайловске у нас отдельно, там каждый выходный собираются гармонисты. У них научился. Любят еще в России гармошку? В России очень любят, а в Москве и в Питере не знаю. Это же уникальное чудо, когда люди вот живут, получают копейки, пенсии, нищенские зарплаты, а все равно не забывают русские песни. Слышите, он как зал шумит, слышите, они уже сидят, ждут, когда гармошка заиграет. На концерт пришли истинные почитатели народной музыки. Зрители с первых минут попали в атмосферу живого общения с исполнителем. Удалой гармонист с юмором и задором вовлек всех в мир искрометных частушек, наигрышей. И как не сплясать под цыганочку с выходом. А еще он исполнил романсы за роялем и классические произведения, причем опять же на гармошке. Игорь спел народные песни и собственные, Геннадия Заволокина и нашего земляка Алексея Мазурова, который тоже выступил на концерте. Два часа пролетели незаметно. К концу зал подпевал, притопывал и, конечно, аплодировал. Замела тополиная вьюга белый город у синей реки. Мы б давно отыскали друг друга, если б не были так далеки. И когда над Невой вырастают небывалые зори звеня, мне как песни не хватает, а
ему не хватает меня. Часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря кликает зарю. И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, но я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Память павших героев, вновь пришли ветераны поклониться земле, что их славу хранит. А в рассветной заре тихо плачут тюльпаны и роняют росу, как слезу на гранит. Птицы поют в небесах утром рано, и пылает малиновым цветом закат. Только все еще плачут, все плачут, и плачут, и плачут на рассвете тюльпаны, как живые сердца не пришедших из боя солдат. Видимо, это не даром, всем непогодам назло. Вновь на стене календарном наше с тобою число. Где-то вальсирует вьюга, ветер стучится в окно. Сядем напротив, напротив друг друга, как не сидели давно. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Не броните молодых, если до рассвета не пришли домой они, заблудились где-то. Хорошо им под луной, под лазурным небом. Он из Назари такой, тот счастливым не был. Не надо молодых бронить, пускай себе влюбляются. Не надо молодость винить, она не повторяется. Она не повторяется. Звали девушку по отчеству Семеновной, и не зря малого народная гласит. Хоть и трудно ей жилось, но все равно она лучше всех плясать умела на Руси. Под
пересту выходит круг. Смотри, да не дыши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши. У Семеновны за зимами, за веснами вся головушка покрылась сединой. Но не раз ее просили внуки взрослые: ну-ка, бабушка, тряхни-ка стариной. Под сердце стук выходит круг. Смотри, да не дыши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши. А там еще продолжение. Я спою. Пронеслись года, но помним и сегодня мы, как Семеновна в лихой пускалась в пляс. Оттого и песня добрая, народная. Называется Семеновной у нас. Стук, а выходит круг, а ну да не дыши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, пляши. Thank you.
Распустилась букетом акация, затмила пеленой. В моей жизни опять ситуация, то со мной, не со мной. Ой, среди перебина рябинка, и акация тоже цветит. Для меня ты родная кровинушка, и другой не носит. Жизнь любви пролетела напрасно, отсвела пеленой. Все вокруг стало сразу мне ясно, все понятно с тобой. Ой, цветит рябина, рябинушка, и акация тоже цветит. Для меня ты родная кровинушка, и дорогой не найти. За окном все весна канителится, не стучит в твои окна туман, не придет твой дружок и не телится, и в глазах не любовь, а обман. Ой, цвети, ты рябина, рябинушка, и акация тоже цвети. Для меня ты родная кровинушка, и дорогой не найти. Горько вспыхнула яркая алая, твои мысли о нем, все о нем. А душа словно снег вся растаяла, полыхает огнем. Ой, цветит рябина, рябинушка, и акация тоже цветит. Для меня ты родная кровинушка, и другой не найти. Ой, цветит рябина, рябинушка, а акация тоже цветит. Для меня вы все родные кровинушки, и другой не найти. Для меня ты родная кровинушка, и другой не найти. Это осень во всем виновата, что костры белым дымом горят. Облака не вернутся обратно, но два сердца упрямо стучат. Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Красивой печали от того, что у нас впереди. Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье не будет. Холодом воздух тревожит, цеплет золотом новый рассвет. Ты обнимешь меня осторожно, и тебя обниму я в ответ.
счастье, где ты? Война не пополам, слезы пополам, пропала зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье, где ты? Только счастье. Представляете? Вот это Дуневка самая. Да, деревня. Пару несколько лет назад вот этот дом купили, там пчелы стояли, кролики бегали. Все было много чего интересного. Собака была. А собака, кстати, собака была из низины. Ничего, она не утонет там, нету так. Как оно стояло? Прямо так, да? Пусть так, я сейчас буду чекать. Где? Смотрите, должно приезжать, отдыхать летом. Года два назад был шикарный огород здесь. Сколько было огурцов, сколько было помидор. Я ходил вот по тому полю, чуть не до леса, и прямо подхожу и выкидываю. Огурцы были настолько здоровые, желтые, потому что отсюда и здесь и песня пошла. Эх, Дуневка моя, деревенечка, погуляй со мной, ты хоть маленечко. Эх, Дуневка моя, деревенечка, разгулялась я с тобой, хоть маленечко. Скоро под мои песни Дуневки будут навоз разбрасывать. Ставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках, и два горшка на частоколе, и пять невспаханной земли, как символ брошенного поля, давно лежащего в пыли. И пусть поет в тоске и боли не протрезвевший гармонист, а непонятной русской доле под шум дождя и ветра свист. Пусть рядом робко встанут дети, что в деревнях еще растут, наследство им на белом свете все тот же черный рабский труд. И сядут бабы на скамейку, и все в них будет, как всегда, и сапоги, и телогрейки, и взгляд потуший в никуда. Поставьте памятник деревне, что показать хотя бы раз, то как покорно, как безгневно деревня ждет свой смертный час. Ломали кости, рвали жилы, но ни протестов, ни борьбы, дано лишь Господи помилуй и вера в праведность судьбы. Вот такая песня новая. Молодец. Мало таких. Это авторская песня. Авторская. Раскинулось и море широкое, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, а дальше от нашей страны. Тогда бы имел золотые горы, деревни полные. Поздравляю все тебя, друзья, море счастья, радости, мгновения. Все сегодня только для тебя. Миронов, да. Гапака, Гапак, Данис Гапака, пошел. Где? Анисимов, барыню, Чернышов, яблочко, пошел, опа. Молодец. Гармон в студию. Молодец. Все садятся. Подарите, чтобы сюда вас отправлял, дарил вам надежду на будущее. Значит, вы награждаетесь, во-первых, DVD на память, в машине слушать песни наши любимые, русские, народные. Также
рождаетесь за пропаганду народного творчества и прославление русской гармонии. Да, любите гармонь, золотую гармонию России. Обязательно. Так, ну и вам на память плакат. Афишу «Лучшие гармонисты России». Может, у вас появится идея провести молодежный фестиваль именно в Москве. Где деньги? В России есть? Деньги где? А, думаю, где? Соболев. Я уже держу на контроле. Ну, ты же деньги. Да. Подумай. Ребята, поющие, играющие. Да. Давай. Очень интересный проект. Вот у нас это такое. Лебедеву 40 лет, 27 сентября. А у вас начало 27 сентября? Это уже было. А, вы ежегодно теперь сделали. Ну вот вы можете 27 сентября сделать что-то. Или вот теплоход. Соболь, какой-то теплоход нам. Рисует тот, помнишь, теплоход давали по Москве? Гормона теплоход. Посмотрите на все. Все это. Право. Да. Да. Нормально сидит? Может сделать, чтобы она самая. Вот аккорд. Раз. Нет, вот здесь вот. Вот. Ну. Вот он. Вот. Этот ряд не трогайте, вот сюда да. Нажимаете. Вот. На все три? Да, на все три. Это аккорд. Аккорд. А здесь вот так. Вот он. Так. И вот это. И все. Да, аккорд. Следующий, двигайтесь, следующий, два. Соседний, нет. Лет через два, сомненно. Вот так вот, вот. А здесь напротив, три напротив. И обратно. А там вниз. Сейчас поем. А? Возьмем вот она. Вот вместе можем сыграть. И добро. Да. Наверх вы, товарищи, все по местам. Будем подводить итоги года молодежи, а? Раньше были тапочки, а теперь кроссовки. Раньше были встречи, а теперь тусовки. Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девушки, а теперь вертушки. По Питеру пройду, все в пыли обочины. Мужики-то водку пьют, бабы озабочены. Вот видите, дорогие друзья, сколько у нас мусора в городе. А кто ж в этом виноват? Только мы сами во всем виноваты, да. Вот. Я не лягу под машину, под большое колесо. Лучше лягу на помойку, здесь тепло и хорошо. Вот так. Дрыхнули хозяйка, рюмочку хмельного, мы ее поднимем за Игоря Шипкова. С Новым годом поздравляем и здоровья всем желаем, чтобы Питер процветал, я в нем пел буду плеса. Как своим ребята пузом, дорожили мы союзом, но нашлись ухари, весь союз разбухали. Дорогие мои, Украина наша подруга, это наши братья, мы должны с ними дружить, не забывать их и помогать им, все-таки это наши соседи, близкие причем, соседи. Украина, дорогая, ты у нас совсем одна, много лет ты нам подруга и невеста, и жена. Дорогие друзья, приветствую всех, кто слушает нас на волнах Радио Балтика 104.8 FM и всех, кто смотрит нас в эфире телеканала 100 ТВ. Ну, наверное, не нужно никому объяснять, насколько многолик Петербург. Есть Петербург дворцовый, парадный, есть Петербург Достоевского, есть трудовой Петербург, заводской, есть даже криминальный, а есть и белорусский Петербург.
Сегодня у нас в гостях у передачи «Национальный вопрос» Николай Русакевич, председатель Белорусской национально-культурной автономии в Петербурге. Николай Евгеньевич, доброй ночи. Доброй ночи. Андрей Антонов, заместитель председателя автономии. Бажена Григорьева, член автономии. Вы занимаетесь, насколько я знаю, именно вопросами культуры. Здравствуйте и вам. И Игорь Шипков, который, наверное, я представлять все-таки уже не буду. Для тех, кто постоянно смотрит и слушает ФМТВ, ну а те, кто недавно нас присоединился к нам, сообщают, что Игорь Шипков входит в золотую десятку лучших гармонистов России. Понятно, что сегодня мы будем петь. Очи чорні, 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 моє очі чорні, чорні. Кепска мені, і з вами кепска мені, і з вами кепска мені, і з вами кепска мені. Ой, родила ж мені мать, мені мать, мені мать, ой, родила ж мені мать, мені мать. Долечки не дала, долечки не дала, долечки не дала, не дала. Ой! Як возьму я свою долю, свою долю, свою долю, як возьму я свою долю, свою долю. У лузе закопаю, у лузе закопаю, у лузе закопаю, у лузе. Мені хлопці не чапайте, не чапайте, не чапайте, мені хлопці не чапайте, не чапайте. Пасагу не маю, пасагу не маю, пасагу не маю, ой, не багашаю. Моє очі чорні, 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 моє очі чорні, чорні. Кепска мені із вами, кепска мені із вами, кепска мені із вами, кепска мені. Всіх з Новим годом. Спасибо, Петербург, тебе за тепло, потому что теплом твоим и я согрета. Вот да. Игорь, я знаю, был на гастролях в Беларуси. С Андреем Витальевичем. Вот как. Какие впечатления? Если коротко, потому что потрясающе. Вы знаете, молодежь белорусская намного отличается от нашей. И они любят очень русские песни. Наши народные песни крутят в Беларуси на дискотеках. Меня это очень поразило. Они мне напели вот столько песен известных. Я даже смог и познакомиться с ребятами молодыми, пообщаться и попели песни. Да? Было такое, Андрей Витальевич? Мне очень нравится быть в Беларуси. Мечтаю почаще там бывать, даже попасть в Витебск, сначала дать концерт благотворительный в Витебске, а потом уже как-нибудь. Мы стоим под звездами, и для счастья созданы. Деньги стали заработанные, смотрим ты и я. Светят звезды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем счастья, сбудутся мечты. Светят звезды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем счастья, сбудутся мечты. Нам любовь как золото, вместе с сердцем молота. Обещая будущее, дальние края. Светят звезды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем счастья, сбудутся мечты. Обнимаемся, это не беда. Светят звезды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем счастья, сбудутся мечты. Опа, светят звезды
ты, и слова мои просты. Мы желаем всем счастья, ну станешь ты. Мы желаем всем счастья, ну станешь ты. Вы знаете, дорогие друзья, действительно, мы создали много наших отделений по всей России, но в Питере у нас почему-то, в самом славном городе, который мы все любим и уважаем, почему-то нет отделений. Но я думаю, что здесь есть замечательные гармонисты, одни из лучших гармонистов России. И вот сегодня мы вам представляем известного местного гармониста. Мы когда-то в 2002 году приезжали такой был маленький, меньше гармошки, а сейчас вымотал. Красивым стал! А сколько я был тогда? 12, ну, не много, не надолго ушел, да? Итак, встречайте, лауреат всероссийских и международных конкурсов! Питерский гармонист Игорь Шлепков! Здравствуйте, земляки! Это был 99-й год, когда мы стали золотыми гармонистами России с Геннадием Калмыковым. С каждым так случается, время падает, и дорога длинная к дому позовет. Лет прошло немало, разлетелись мы. Как живешь ты, мама, посреди зимы? За скупые телеграммы и за письма без огня. Дорогая моя мама, ты прости, прости меня. В этой жизни путанной трудно все понять. Забываем часто мы, что такое мать. Все спешим куда-то сквозь сеть и ночь. И не знаю, мама, как тебе. Весьма без огня, дорогая моя мама, ты прости, прости меня. Друга в жизни лучшего я не назову, и твоей молитвою, может быть, живу. Верю, скоро сможем повстречаться мы. Как живешь ты, мама, посреди зимы? За скупые телеграммы и за письма без огня. Моя мама, ты прости, прости меня. За скупую телеграмму, за письма без огня. Дорогая моя мама, ты прости, прости меня. Ой-ой-ой, задавал вопрос.
обращение. Дорогие россияне, спасибо огромное за поздравления. Искренне рад. Буквально сегодня утром прилетели. Лететь было страшновато, особенно при снижении. Были облака очень густые, и что-то казалось, что-то так самолетик закачало. Но, слава богу, приземлились. И сегодня все пришли ко мне, мама, ее родители, ее сестра, то бишь моя бабушка, дедушка и тетя, чтобы поздравить. Скажите что-нибудь. Счастья, здоровья. Страна, спасибо за поздравления. Ира, дверь открой. Да не дверь, это телефон. Я желаю ему здоровья крепкого и больших успехов в творчестве. Он сейчас на самом подъеме. Шел долго. Были у него и такие трудности были, что не совпадало со временем, там что-то сюда. А сейчас весь в разъездах, везде его любят, везде уважают. Вот такого внука мы воспитали. Вот еще бабушка сидит, все поздравить. Забыл сказать, что вчера у бабушки тоже было день рождения. Они совпадают. Так вот я что скажу вам, товарищи, я очень горд за этого парня. Он парень на правильном пути. Да. Все делает правильно. Да. Все честно, спасибо. И добро, порядочно. Большое спасибо. Ура!
Привет! В эфире передача «Яркие идеи» и с вами я, ее ведущая Мила. Сегодня у нас в гостях известный российский актер, музыкант, певец, композитор, золотой гармонист России Игорь Шипков. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Здравствуйте. Всем привет. Салам, чуваши. Огромный привет из Санкт-Петербурга. Сывлах снатоп, юрату снатоп, далей снатоп. Всего прочего, Игорь – лауреат многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Кавалер золотой и бронзовой медали Есенина и золотой медали Державина. Генеральный продюсер и художественный руководитель продюсерского центра «Играй Невская гармонь». Член-корреспондент Академии русской словесности и изящных искусств имени Державина. А также преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Thank you.
спасти книг недовых, достать я не могу. Живет моя красотка на дальнем берегу. Живет моя красотка на дальнем берегу. В субботу 13 апреля зал Дома культуры имени Сергея Лозо был заполнен до отказа. Желающим послушать русскую гармонь не помешала даже ненастная погода. Сам гармонист возможности побывать на Дальнем Востоке был безмерно рад. Мало того, что я Байкал увидел, и еще столько ехать, я, конечно, потрясен Дальним Востоком. Шимановск предлагаю переименовать в Шипкамановск, поскольку мы поклонники Шипкаманы. Вот, и... Свободный тоже, надеюсь, полюбит гармошку, хоть я не совсем сегодня здоровый. Вот, все-таки два концерта вчера, Углегорск, ну ура, еще президент приехал-то. Я хотел ему диск передать, эту гармошку держал Жириновский, я хотел, чтобы Путин тоже поддержал ее, но вот не получилось. Хотя было бы здорово, чтобы наш президент... Здравствуйте! Гости дорогие, пожилые, молодые, соседи, далекие, близкие, веселые, голосистые. Всем вам наше нижайшее почтение и наше чудо, районный праздник. Играй, Мезенская гармонь! Я представляю учредителей и организаторов фестиваля. Управление по делам молодежи, культуре и искусству администрации Мезенского образования Мезенский район. Мезен, да, все? Молодцы! Сгрустнется немножко, и спасибо родной нашей русской гармошке. Заиграет гармошка, на душе потеплеет, словно мамы ладошка, а на сердце не греет. Заиграет гармошка, на душе потеплеет,
кости из целей Оренгинжи, Лампочни, Жерди, Космогородского, Дорогорского и города Мизени. И почетный гость нашего праздника, лауреат всероссийских и международных конкурсов, композитор, певец Игорь Шипков. Дорогие зрители, сегодня у нас в гостях петербургский музыкант, певец, композитор, обладатель многочисленных званий и наград, золотой гармонист России Игорь Шипков. Здравствуйте, Здравствуйте, Игорь. Доброго здоровья, дорогие друзья. Низкий поклон. Наконец-то я здесь, в Кингисеппе. Вот 10 лет мечтал попасть к вам. И все. Тем более, вот родная Ленинградская область, и все никак. Вот и Эстония рядом, и корни ингермоланские. Ведь раньше шведский король, помните, да, дочке отдал землю всю, Ленинградскую область. И вот Волосово, Кингисепп, немножко вот и Жоры, Ломоносовский район. Поэтому место здесь такое песенное, фольклорное, уникальное. Бабушка у меня родом из Кургалова. Ну вот, сам Бог вам велел к нам приехать. К этой дате было приурочено и другое мероприятие. Гармонист-виртуоз Игорь Шипков выступил для людей с ограниченными возможностями здоровья. Концерт состоялся в первые выходные декабря там же, в ДК имени Ленина. Хранитель заволокинских традиций не только порадовал публику народными песнями, но и пообщался с прессой. Перед концертом народный гармонист России и признанный мастер Игорь Шипков дал пресс-конференцию, подробно рассказав о своей творческой судьбе. Еще будучи подростком, юноша выступал на центральном телевидении в составе «Золотой десятки», а сейчас он возглавляет продюсерский центр «Играй, Невская гармонь». За свою карьеру музыкант исколесил сотни, а то и тысячи городов нашей необъятной. Но где бы ни был, душа все равно тянулась в глубинку, на родину музыкального инструмента, где живет самая искренняя публика. Чем ближе Москва, тем тяжелее, вот так я вам скажу. Даже 100 километров от Москвы начинается Рязанская область, Рязанщина. До Москвы рукой, 3 часа автобусом, совершенно другой менталитет. Даже край Московской области, Серебряные пруды, граница с то ли Михайловский район, то ли Касимовский район. Вот, и совсем уже буквально 50 километров города. Один находится в Рязанской, другой в Московской. Другое отношение к людям, другие зарплаты, другие понятия, совсем другое. Питерскому гостю, кажется, подвластны любые мелодии и произведения мира. Игорь может сыграть на гармонии даже Баха. А еще он прекрасный мультиинструменталист, что и доказал представителям местной прессы. Одежда этой марки отражает тенденции моды, она всегда оригинальна и любима индивидуалом. Игорь Шипков в Санкт-Петербург с песней про коня. Делите давай, поехали. По дороге ровной конь мой быстро скачет, жизнь горит огнем. Итальянка плачет, ты скажи, судьба, правды нет, а я, где желанная, где любимая, ты скажи, судьба моя, правды нет, а я, где желанная, где любовь моя. Ты не плачь, тальянка, не гадай, цыганка, загорит огонь, запоет гармонь. Ты скажи, судьба, правды нет, а я, где желанная, где любимая? Ты
правды нет, да я. Где желанная, где любовь моя? Эй, ты лети, мой конь, ты неси меня. Пусть не знаю я, где любовь моя. Ты лети, мой конь, ты неси меня. Пусть не знаю я, где любовь моя. Ча-ча! Ты лети, мой конь, ты неси меня, пусть не знаю я, где любовь моя. Руководитель культурного центра «Играй, Невская гармонь» Игорь Шипков. Встречайте публику! Потому что гармонисты не приглашают. Просто так, как видите, без песни, да? Я написал специально песню. Сюжет очень интересный. Он тополь, а она рябина. Вот представьте себе, тополь живет в Архангельске, а рябина в Орле. Автобусы не ходят, да что делать? А? Пешком идти, да? Хорошо. Итак, встречаю музыку и слова мои. Тополь и рябина. Поехали! Oh,
будем счастливые в эти дни. Покажи покажи мне романтику, закажи свежий губки пальцем. Мы счастливые с тобой в эти дни. Накрываем полной от любви. Подойди, подойди ты поближе, и в глаза не боясь посмотри. Я твои все увижу, накрываем волной от любви. И в глазах я твои все увижу, мы счастливые от любви. Покажи, покажи мне романтику, задержи, задержи руки пальцем. Мы счастливые с тобой от любви, накрываем волной от любви.
жива и в сердце просится. И эту песню никому не удержать. Песня вольная, жива и в сердце просится. И эту песню никому не удержать. Я думаю, это не важно. Не важно? Не важно. То есть тебе не важно, что летит к чертям собачья моя репутация? Тебе не важно, что я там сижу, эти козлы меня лапают за все места, а я должна им улыбаться, чтобы они моего Андрюшеньку заметили, да? А тебе это все не важно, да? Марин, ну... Ты... Сосунок! Я-то, дура старая, связалась с этими уродами, не пойми с кем. Чу, козлы все. И любить счастье вдвойне, любимому быть, только с тобою мне быть не судьба. Но мне все равно не хватает тебя. Я согласна. Снова замерло солнце света, мир не вспыхнет, не вспыхнет оно. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон. Привет вам с вечернего Питера, самый сказочный и красивый город планеты. Приезжайте. Бьет на поля за ворота, но обратно вернется опять. Словно ищет в потемках те ноты и не может никак отыскать, словно ищет в потемках те ноты, но не может никак отыскать.